Сохрани себе жизнь. С начала года число погибших на железной дороге в Подмосковье снизилось почти на 35%. Это результаты профилактической работы. Однако бдителям нужно быть по-прежнему. Об этом пассажирам напомнили участники областной акции 45 муниципалитетов. Проводили ее сотрудники администрации округа, полиции и волонтеры. Сохраните себе жизнь, спасибо. Будьте осторожны, берегите себя, не спешите, не торопитесь, аккуратнее через дорогу. Пассажиров, прибывших в Серпухов 15:27, встречали с яркими шарами. Красные сердечки с надписью «Сохрани себе жизнь» дарили в первую очередь детям и подросткам. Мы сегодня раздаем шарики и хотим вам напомнить, родителям, что переходить железнодорожные пути надо только по пешеходному переходу. Нельзя ходить рядом с ЖД-путями. Депутат Совета депутатов округа Вячеслав Орехов, который принял участие в областной акции, общался и с детьми, и со взрослыми. Напоминал простые, но важные истины. Дорогие серпуховичи, у нас жизнь одна. И, конечно, я вас прошу переходить железную дорогу правильно по пешеходному переходу. Специалисты администрации, сотрудники полиции, которые еженедельно дежурят на станции, надеются, что количество нарушителей будет сведено к минимуму, когда в Серпухове появится современный разноуровневый переход. Народные тропы тогда окончательно зарастут. А пока после прихода почти каждой электрички можно наблюдать такую картину. Министерство транспорта Подмосковья, инициатор акции, которая проходила в прямом эфире, призывает всех жителей и гостей региона соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожных объектах и не подвергать свою жизнь опасности. Сохрани себе жизнь!